холле отдела полиции специально ко дню рождения ветерана представили выставку его картин. Эти работы Анатолий Васильевич писал уже в почтенном возрасте. Работы посвящены известным политическим деятелям и военнослужащим. Все отличаются живостью и эмоциональностью. Затем гости проследовали в актовый зал. Там собрался личный состав МВД России по Петушинскому району, ветераны органов внутренних дел, представители органов местного самоуправления и общественности. Теплые слова поздравлений, творческие подарки и аплодисменты – все адресованы Анатолию Гаврилову. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы есть. Вы нужны вот тем сотрудникам, которые находятся сегодня в зале. Поздравил Анатолия Гаврилова с 98-летием и начальником МВД России по Владимирской области Валерий Медведев. Несмотря на почтенный возраст, ветеран остается молод душой. Является регулярным гостем школы и колледжа, где проводит масштабную патриотическую работу. В завершении мероприятия Анатолий Васильевич вручил начальнику регионального МВД свой авторский сборник стихов «Я сын земли Владимирской» и портрет Владимира Мономаха.